Валентина, добрый день. Расскажите, пожалуйста, мне и нашим зрителям, чем занимается ваша агрофирма? Наша агрофирма занимается выращиванием зерновых, бобовых и технических культур. С 2014 года мы выращиваем рапс. В 2018 году мы перешли на возделывание гибридов рапса рапуль. Угу. Валентин, ну на рынке достаточно большое количество компаний, которые занимаются производством семян, да? А почему выбрали именно гибриды рапса рапуль? Мы увидели их потенциал в опытных делянках на семинаре. Потом попробовали посеять у себя в хозяйстве и сразу получили результат 25 центнеров с гектара, что было выше на 10 центнеров с гектара среднего показателя областного, и на 12 центнеров с гектара результат был выше сорта «Ратник». Сеяли на тот момент сорт «Ратник». А на сегодняшний день какие гибриды используете в компании? Сначала мы возделывали гибриды «Калибр» и «Сальса», позднее расширили наш рапсовый клин с 270 гектар до 1000 гектар и приобрели семена гибридов «Траппер» и «Миракль». Ого, здорово. Увеличение в 4 раза – это достаточно серьезный шаг вперед. Что вам в гибридах больше всего понравилось? Растения оказались компактными, при этом они хорошо ветвятся и формируют плотные набитые стручки. В том числе благодаря обработке препаратом для защиты семян Крузи Рапс растения дружно всходят, равномерно развиваются. Нам важно, что семена поставляются в заводской упаковке. В заявленных количествах схожих семян все семена выровнены. Очень хороший отзыв, это ценно. А сложно ли было добиться такого результата на рапсе рапуль? И да, и нет. С одной стороны, гибриды рапуль устойчивы к заболеваниям, плюс отлично защищены на стадии всходов. Проблемы с вредителями появляются позже. И мы прилагаем много усилий для того, чтобы защитить рапс от них. Валентин, большое спасибо за интервью. Я надеюсь, нашим зрителям было очень интересно. Спасибо большое.